Шановні колеги, уважаемые преподаватели и студенты Києво-Могилянской академии и других университетов, если они здесь есть, моя презентация коротенькая, но я немножко вас позабавлю, потому что здесь я постараюсь приблизиться как можно ближе к народу, к вам. Поскольку я являюсь старшим научным сотрудником научного университета, не университета, а института Академии наук Украины, института зоологии, то моя научная деятельность заключается в написании статей и публикации этих статей в различных научных изданиях, о которых мы сегодня говорили. В научных изданиях Академии наук Украины, а как сейчас приветствуется, в изданиях за рубежом. Для этого нужно владеть не только русским, украинским языком, но и английским языком. Публикация изданий сейчас достаточно проста, уникально в том, что нужно искать эти издания, но можно приложить также усилия в том, чтобы сохранить тот материал, который идет в научные публикации, в том числе и для различных целей, в том числе целей популяризации знаний науки. Поэтому моя презентация о использовании веб-страницы для презентации научных исследований, а также лекций по биологии в школе, в университете. А вот моя страница в Ютубе, поскольку сейчас каждый себе может быть режиссер, для этого, если все имеют аккаунт в Фейсбуке, для этого надо иметь компьютер и смартфон, а теперь для Ютуба нужно иметь или камеру, или тот же самый смартфон. Здесь же уже, вот, допустим, сейчас же часть лекции пошла сразу в интернет, будет на страничке. Можно делать в Ютубе непосредственно свои, конечно же, просто PowerPoint-презентации, которые будут показываться, и вы их можете показывать своим моментальным коллегам. Но в том числе можно также сделать в виде маленького видео даже научную статью, склеив ее из нескольких страниц в виде живой презентации. Но в том числе я как биолог вот, хочу показать то, чем я могу воспользоваться и показать на своем канале на YouTube. Это лекции, видеоиллюстрации. Я могу зарегистрировать научные исследования, и то, что не пошло в научную статью, может сохраниться, во-первых, в ресурсе в YouTube. Через некоторое время в любой стране вы можете извлечь свой файл, видеофайл с YouTube, который будет в закрытом или в открытом варианте. Потом можно поставить, как для биолога, это результаты своих микроскопических исследований и популяризовать их, поскольку объекты маленькие, сложные, их не все видели и могут увидеть все до миллиона и больше зрителей. Поговорим об этом далее. Результаты полевых исследований, показать научные коллекции, охраняемые виды редкие, и представить научные презентации, именно результаты докладов. Например, микроскопические исследования. Я исследую не очень маленькие микроскопические объекты размером всего лишь 0,5 мм. Вот в центре, в самом наверху этот объект, и он у меня есть в Ютубе, как он. Его особенности, его поведение, его движение, то, что попадает в научную публикацию, и то, что попадает в научный доклад в различных узких, очень узких кругах, как можно быть известным в очень узких кругах, но за счет презентации своих научных исследований, например, вот нижний слайд, здесь клещи показаны, 0,2 мм, этот, например, ролик, этот небольшой, на 3 минуты, презентация набрала 1 000 000 просмотров. 1 000 000 пользователей видели этот слайд. Можно показывать результаты микроскопических исследований, которые видят только научные сотрудники. Никто их больше не видит и не знает даже, какой этот микроскопический объект. После школы, закончив университет, люди очень редкие, даже биологи, которые смотрят в микроскоп и наблюдают эти объекты. Вот, можно их увидеть на Ютубе. Конечно же, для лекций в школе и в университетах YouTube – это нескончаемый ресурс, потому что если в школе есть PowerPoint-презентация, если в университете работает PowerPoint-презентация, на каждую лекцию преподаватель выкусывает кусочек из YouTube, показать кусочек к своей презентации, хоть это микробиология, зоология, ботаника, строение клетки. Вот у меня зоологические объекты, те, которые я лично увидел, те, которые лично поставил на YouTube. Конечно же, в своих презентациях вот у меня есть показаны методики исследований по энтомологии, это как полевые исследования в различных частях света, здесь, кстати говоря, в том числе методики лабораторной работы в лаборатории. Наш институт владеет уникальными научными коллекциями, которые сохраняются в нашей коллекции нашего института. Вот здесь представлены кусочки энтомологических коллекций насекомых, которых тоже мало кто видел. Но вот с помощью YouTube их можно показать, презентовать и ознакомиться
преподавателей, школьников и студентов. И, конечно же, можно показать при помощи своего канала на YouTube результаты своих исследований, исследований своих коллег внизу. И я мои презентации и презентации наших коллег в институте, научные доклады, на конференциях молодых исследователей, на различных международных конференциях. Для этого нужно возить с собой видеокамеру и просить коллег записывать это, если вы едете на другую конференцию. Наш институт занимается вопросами исследования животного мира, и многие виды, к сожалению, животного мира, более 500 видов животных уже в Красной книге Украины. Вот именно при помощи тоже и YouTube можно показать этих наших исчезающих, уже редких, требующих охраны животных. Кстати говоря, даже такие немаленькие животные, как лось, уже тоже в Красной книге Украины. И, конечно же, этих данных по биологии, по местам обитания, вообще обсуждений с коллегами этих вопросов, они достойны помещения и дискуссий для открытого круга трудящихся. Вот есть у меня отдельный раздел, посвященный вопросам пчеловодства, лекции по пчеловодству и также инновационные, я представляю, украинские ули, которые разработан тоже в Украине. Я о нем рассказываю. Ну и, конечно же, иногда нас приглашают на радио и телевидение. Вот у меня здесь 5 презентаций было на разных каналах, где меня просили рассказать о тех или иных аспектах зоологии, о полезных, о вредных насекомых, о энтомофагах, о опасных насекомых и лекции для широкого круга украинских трудящихся. Думаю, что были интересны. Спасибо за внимание. Так что каждый из вас может тоже открыть свой канал на YouTube, презентовать свои научные исследования. Для этого нужно немножко подушевиться и использовать просто даже свой смартфон, если у вас нету такой возможности работать с камерой. Дякую дуже, пане Віктор. Я просто хотіла сказати, Інстаграм. Інстаграм он заморожений, я насколько понимаю, нет? А вот видео, он у меня живое. Есть еще даже возможность показывать, вот как сейчас, в стриме, это называется прямо. Вы здесь разговариваете, и мы вас уже видим.